Всем привет, дорогие друзья! Вы вновь на канале Отличник Лайф. И сегодня в своем новом видеоролике на проекте Amazing Online. Что? А, не забывайте регистрироваться по моему промокоду Левонти на 5 уровне 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этого вам хватит, сами знаете для чего. В сегодняшнем видеоролике я решил заценить обновление, но не с точки зрения обзорщика, не с точки зрения человека, который хочет как-то... Ну, показать это обновление в самом лучшем свете. Я уверен, что оно будет и так хорошее, но я хочу его потестить именно по пунктам, взяв эти пункты у одного из ютуберов по проекту. То есть мы это все посмотрим, я дам свою какую-то оценку, абсолютно независимую, и вы в целом можете либо согласиться со мной, либо нет в комментариях. Все, не забывайте проходить по ссылкам в описании, мы начинаем. Итак, ребята, всем привет, мы продолжаем съемку данного видеоролика. Сегодня у нас будет такой мини-обзор. Не по всем пунктам обновления, конечно, но мы посмотрим многие. Первое, это добавили Amazing печать. Это такие типа ларьки со всякой прессой, но пока списка опубликованных статей нет. Если бы что-то было, я бы вам показал обязательно. Так как у меня нет квартиры, мы, наверное, заберем наш автомобиль. Сейчас прокатимся, наверное, до нотарки, потому что охота посмотреть какой-нибудь дом. Дома у меня опять нету, к сожалению. Забираем наш излюбленный Mercedes Ешку, у которого уже слетела и тонировка, и все остальное. Ну, ребят, на самом деле, я бы Ешку уже давно продал бы. Но я не могу, она мне типа дорога душе и сердцу. Если вы готовы предложить типа нормальную какую-то сумму, то мы можем с вами поговорить. Плюс мне надо еще будет отдать вам тот самый Kia Rio, который я разыгрывал, потому что вы никто не поучаствовал, как бы, да? Никто не поучаствовал, и надо будет мне все это отдать. Давайте лицензии купим за донат, потому что мне пока лень куда-то ехать. Новые добавили наборы, как я вижу, Luxury RGP, вот, например, набор, что тут, анимированный аксессуар. Ну, 20 тысяч амазингов, ага, одежда демона, ну, понятно. Так, где у нас лицензии? Давай за 150, погнали. Все, купили все лицензии и права, давайте садимся. Потому что, ну, без прав, ребята, я не хочу ездить, это вообще жесть будет. Так, выезжаем. Давайте с вами съездим, наверное, посмотрим до нотарки, да? Слушайте, давно не катался на Ешке, как будто бы что-то поменяли, как будто бы машина резвее стала. Мне, может, кажется, конечно, это наитие, но едет она 280. Не знаю, обновляли машину в данном обновлении или нет. Мне кажется, я просто давно не играл, но машина как будто мега резво едет. 280 же, да? Это что такое, ребята? 326 километров, вы это видели? Я говорю, она резвее стала. Тогда я теперь ее точно продавать не буду, это уже меня очень сильно радует. Я не знал то, что машины, типа, чуть видоизменили. Нифига Ешка теперь наваливает, ребята. Вот это я понимаю, машина. Все, я доволен, осталось ее только затонировать и все. Деньги у меня как раз есть, но, конечно, на дом бы потратить все это. Ну, слушайте. Выглядит весьма недурно, да? Я лично так считаю. Так, вот она у нас. Риэлторка, а нам надо нотарку. Где у нас нотариальные конторы поблизости? А, нет, риэлторка, да, реально нам нужна. Вот она. Нотарка. Нотарка это где... Имущество обменивают, получают, продают, а вот риэлторка вот здесь, я забыл просто. Так, и надо будет на заправку заехать. Давайте бегло так глянем дома, еще что там есть. Кое-что интересно узнать. Здорово. Так, свободные дома. Свободных домов нет. Свободные квартиры, понятно, есть. Но, блин... Не, ладно, короче, будем покупать через АД. Но я этим вне ролика, скорее всего, займусь, потому что это тягомотина лютая. Я не хочу это просто в ролик вставлять, мне это реально неинтересно. Это очень долго будет все. Просто будет тянуться и тянуться, потому что пока я там объявление подам, и все, вы сами знаете, как это делается. Полный бак давайте зальем. И, наверное, посмотрим, что вообще мега-глобального из этого обновления добавили. Добавили просто Amazing Pass, я знаю. Я бы его купил, но у меня не хватает 950 амазингов. Если вы хотите, типа, в следующем ролике, то вы можете в комментарии написать. Я этот амазинг пас куплю и по этот уровень посмотрю, потому что я ознакомлен с этой темой совсем. Типа, я знаю, как этим всем мутиться, заниматься, но, блин, просто у меня нет особо на этого времени. Ну, вот эти легенда Нива Тревел добавили.
Просто у меня времени на это нет, но так, в принципе, проходить ради чего-то я могу тут. Что-то вообще дают. S3 Audio, S3. Музыкальный центр. Мини Джон Купер. Ну, это понятно, всякие ивенты. Ну да, вот ивенты добавили, танковые баталии, квесты. Ну, квест я проходить не буду. Вот призы, которые вы можете приобрести, получить. Вот новые тачки, которые добавили. Фланкер, КамАЗ, военный мультивэн, ГАЗ, кабриолет, Аурус Сенат. Вот эта имба машина, я бы ее хотел просто так получить. Яхта Альтаир, Чебурашка, стробоскоп и так далее. Но это имба. Так. Что у нас вообще есть? Дополнительный слот транспорта. Так, чистюля, иммунитет. Это можно было бы вкачать на самом деле. Тут что-нибудь. Ага. Так. Тут тоже каких-то тем добавили новых много. Потому что я что-то, ну, некоторые не видел. Давайте чистюлю купим, что. Фиг потратимся. 250 амайзингов, на что у нас хватает? Название семьи поменять. Валюта VIP. Black VIP. Ну, нам на Black VIP не хватает, давайте Gold VIP купим. Все. Так. Ну что, давайте, может, на реконструкцию сгоняем. Посмотрим вообще, как реконструкция выглядит. Захватывайте фланги, танковые бакалии. Ну давайте. Танковые баталии. Так, ну в принципе интересно и неплохо. Tab, Amazing Event, Pass, квесты, задания. Вот, ивентовый парк нам нужен. Вот, мы как раз недалеко отсюда. Сейчас поучаствуем в инвенте вообще, посмотрим, что тут. Так, у меня высветилась какая-то табличка. Стой. Можешь докинуть до казика? Или можешь... Нет. Не могу я тебе ничем помочь. Другой лёг. Так, это понятно. А девочки? Пожалуйста. Девочки участвуют. Вот тут участвуют. Наверное, не? Где? Я на тебя подписан, таким. Не, ладно, я хочу в этом. В танковом баталии поучаствовать. Федя, чё такой тупой, он такой, я бы сказал, но мне дадут мод. Ох, ё. Вот это я люблю. Мы потеряли точку А. А, у меня ГМ включен был. Ну чё, меня зафоршмачили.
Давай, Кент, поехали. Ну, я люблю такие, типа, события, которые на Амазинге проходят. В них участвовать я, конечно, запоздал, учитывая то, что уже конец мая. Но, в принципе, вы еще можете успеть поучаствовать в этой всей теме. У нас уже, по-моему, на респе тулит. Да, вон он, справа. Брат, надо выходить. Нельзя. Блин. Ну, короче, понятно, ребят, вот такой вот ролик получился, в принципе, все основные моменты мы изучили, посмотрели, вы, в принципе, можете вводить мой промокод Левонтий, регистрироваться на проекте, играть. Всем хорошего дня, всем пока-пока. Ну что, ребята, вот такой вот видеоролик получился, мы посмотрели обновление, оно получилось действительно неплохое, классное, обновили очень много систем маппинга, и... Подытожив, могу лишь сказать только одно. Подписывайтесь на канал, вводите промокод Левонти и всем пока-пока.